Один из главных экспонатов столовой дома музея Ленина является старинная шахматная доска. Игра в шахматы была любимой интеллектуальной игрой в семье Ульяновых, да и город Симбирск в 19 веке славился своими шахматными традициями. Хозяин дома Илья Николаевич Ульянов был прекрасным шахматистом и научил всех своих детей этой древней игре, считая, что это прекрасная гимнастика для ума. По воспоминаниям родных, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, будущий вождь пролетариата и создатель первого в мире социалистического государства, научился играть в шахматы 8 лет. К 15 годам он стал побеждать не только членов семьи, но и знакомых Ильи Николаевича, бывавших в их доме. Старшая сестра Ленина, Анна Ильинична, вспоминала: «Шахматы эти, которые отец очень берег и которыми все мы восхищались в детстве, были выточены им самим на токарном станке еще в Нижнем Новгороде до переезда в Симбирск. К сожалению, они были утеряны во время переезда Владимира Ильича, а в доме музея Ленина хранятся подлинные шахматы 19 века». Редактор